Какой чистый воздух! Мы приехали за город. Кухня «Ставки на добро» объявляется открытой. Мы в ресторане «Шале». Давно у нас не было морепродуктов, и сегодня мы жарим форель с брокколи под сливочным соусом, на закуску лососевый тартар, а на десерт гренки с припущенным яблоком. Все это готовит су-шеф Иван Ремезов, и чтобы не было скучно, мы пригласили на добрую кухню радиоведущего и стендап-комика Гошу Бороду. Я вообще обожаю готовить, серьезно. У нас дома есть что-то вкусное, то это только я. Что это может быть? Я просто животик. Пельмени. Что это может быть? Нет, я очень люблю запекать гуся. Я такие, знаешь, люблю фундаментальные рецепты, как правило, вообще не смотрю. То есть, ну, чисто опыт, знаешь. Так ты импровизатор еще. Да, представляешь? Вот этого я не ожидал. Я сюда с рыбой пришел. Он же мне вообще предлагал просто майонез со свеклой есть. Блюдо мы сразу после эфира привезем самому щедрому телезрителю, тому, кто победит в нашем благотворительном аукционе. Но за такое придется серьезно побороться. Побеждает в нашем благотворительном аукционе Валентина Базанова. Со ставкой 1500 рублей она становится благотворителем этого вечера. Она вот это все съест и получит замечательное впечатление. Ну, еще и плюсик в карму, потому что... Валентина, я вам завидую. Серьезно, это очень круто, очень вкусно. Да, вообще спасибо, что участвуете в такой крутой акции. Наш вкусный ужин завершен, и вот эти вот все замечательные гостинцы мы сейчас доставим по адресу. Человек уже, кстати, перевел деньги в фонд Добро24.ру, мы выезжаем. В эфире самая интересная часть нашей программы «Найди, где живет человек». В центре постоянно такая проблема, что заборчики мешают пройти. Ну, здесь нет проблем. Ладно, пойдемте. Здрасте. Поздравляем. Бесконтактная передача. Бесконтактная? Ну да, уже сейчас там на 100 метров отходит. А, коронавирус, забыл. Поздравляем вас. Спасибо. Очень здорово. Я вот вообще рада, что молодцы, что так делают. Классно. Чем больше таких идей, и возможностей будет больше. Ну, вы раньше не участвовали? Нет, впервые. Вы так увидели случайно или как? Ну, мне дома скучно, коронавирус. С работы выгнали. Сидела в телефоне, решила посмотреть. Друзья, нет, никакой коронавирус нас не остановит. Мы продолжим делать наше доброе дело. И уже на следующей неделе в 8 часов утра мы увидимся в студии утреннего кофе с Афонтова. И опять накормим вас вкуснятиной. Всем пока, удачи!